Любишь ее, да? Да, люблю. Кормишь каждый день, да? Каждый день. По три раза. Маруша пьет молочко, красивая Маруша наша. Давай, давай. Давай, пей молочко. Она очень нас умничка. Послушница такая. Хорошо кушает? Да, очень хорошо. Она молочко любит, да, любит. Маруша. Давай. Видели, как она хорошо кушает молочко? Ух ты! Марусь! Слушается тебя, да, Лен? Да, очень слушается. Марусь! Марусь! Давай лапки, давай! Давай! О, смотри, какая хорошая девочка у нас. Слушай, глазок, глазка ей болит. Лапка болит? Глазок надо ей протереть. А, глазки. Глазок что-то попало, наверное, глазок. А, Мурочка, да? Да, Мурочка, ты Мурушечка, Марушечка. Вот, спасибо, она кушает кубанку. Давай, на. На. Муруш. На. Бери кубанку. Она боится осу, да? Нет? О, Вицек стала лапками. Молодец, молодец. Мой дед, моя Мурочка красивая. Оп, вот здесь. Там великими кусками бери. Сама маленькая, а так? И дай Богу. Вот, смотрите. Молодец, моя красивая девочка, молодец. Тебя на Украине тоже кошечка, да, Лен? Да. Тоже Мурушка? Да, я люблю кошек, собачек, кошек. Я люблю их покормить, и вот я Мурушенька, что здесь. Смотри, как ты красивая. Как облизывается, да? Да, колбаска вкусная. Не, все, все, не хочу вже сидіти. Не нравится їй. Все. На руках вона не дуже любить сидіти. Вона любить собі свободу. О. Вона у нас кошечка свободная. Прийде собі, поїсть як в ресторан. І все. Смотри, ты ее там брала за пузико, она чистится, видишь? Чистится, ручки были грязные, наверное. Она теперь отмывает. Від колбаски. Колбаска. Колбаска, колбаску таку. От, великеньку з'їла. Колбаску. Чого ж не буде пузик чистити, як з'їла такий кусок колбаси. Молодець. Ну, вона в центр заходить, да? Так. Да. Угу. Іноді буває, напевно, як вона чи то. Холодно їй було. Угу. А ти більше собачок любиш чи кошечок? Ні, вони животні, я і тих люблю. А у тебе вдома хто? Тільки котик чи собачка теж? Собачка у нас є, да. У нас є собачка. А як собачку зовут? Дівчинка, мальчик? Ельза, да, ти розказувала, Ельза. Ельза, маленька Ельза. Ну зараз в даний момент нас котика немає, але Ельза собачка маленька. Йоршик маленький такой, йоршик. Ельзочка, йоршик.
де ж воно візьме покушати, а так йому чоловік должен кормити. А ти її утром кормиш і вечором, да? Ну, і в обід. І в обід? Да. Три рази в день кормиш? Конечно, конечно. Ну, ну тобі молодець. Ми самі йому та й должны кошечку кормити, а як же? Ну, вона подросла. Ти видиш, як вона подросла, хорошо. Прийшла до нас маленька, худенька, я нещасна така. А тут віджилася, від'їлася, хорошо стала дівчинка, звісно. Ми ж її доглядаємо. Це наша дочка, так? Дочка. І молочка їй дає. Молочко, вона теж дуже любить молочко. Мурушечка любить молочко. Ну ти говориш Муруша. Ну вона ж дівчинка, значить Муруша. Ну Муруша, бо ж дівчинка. Муруша, так. Муруша, так, Муруша. Вона беременна. Пока-пока, скажи мені. Пока-пока. Муруш, пока-пока, давай, Катерині Васильевні скажи. Улыбнитесь. Давай. Мурушенька, Муруш. Ай, вона знає, що вона Муруш. Ту кошечку зовут Сонечка. Она у нас никакая не Муруша, и не Мурка, и даже не Мурчонок. Она наша любимая Сонечка.